Ох, какое прекрасное утро! Как я хорошо выспался! Ох, надо присесть отдохнуть. Ой, доброе утро, а то я как спалось хотя бы вот. Ой, нормально спалось, кстати, тебе как спалось в этой деревне? Да мне в принципе хорошо, только правда жители какие-то странные, мне кажется, хотя в принципе, ну, может, да. Не знакомство для них из-за этого. Слушай, пошли прогуляемся, да и пойдем уже дальше нашу деревню искать. Ну, давай развеемся, чтобы мы проснулись нормально. Так, чувак, слушай, мне, знаешь, что я предлагаю? Надо прогуляться немножко по деревне, посмотреть деревню. Интересно, кстати, деревня какая-то такая вот. И жителям будем, наверное, сказать, что, типа, вот спасибо, там, жители туда-сюда, типа, что нас приютили. Ну и, наверное, пойдем путь дальше искать деревню жителей номер 13. Вот. Ну да-да-да, кстати. А я вот это, когда мы тут сидели, посмотрел в окно, посмотри, там что-то непонятно, там какая-то табличка, не понимаю. Давай сходим туда. Беги отсюда, и что-то там еще какая-то штука. Я тоже что-то такое прочитал. Это прямо у нас за дом. Ну пошли посмотрим, мне аж интересно, что это у них там такое. Так, давай посмотрим, что же. Нифига себе, глянь, виселица какая-то. А что это? Нормально, у них тут так нормально развлекаются. Интересная деревня, все же как. Отсюда. Может это какое-то предупреждение, типа, что... А может это шутки, в ней же всякие деревенские дураки, что ж поделать. Это кто-то взял еще, постарался, придумал себе табличку, это надо же. Ну как-то да. Слушай, если честно, на самом деле какая-то странная деревня, не так мало жителей, и еще во всех домах практически нету этих, как они называются, дверей. Странная дверей нету, и мебели особо нету тоже. И грядки как будто никто не собирает. Ну да, как-то вот даже одна растопная. Ну да, странная, конечно, деревенька немножко у них тут. Так, стой. Ты видишь? Это немножко необычные жители, да, у тебя. Да, почему они в черном? Приспешники Херабрина, слушай, давай послушаем, что они там говорят. Да, давай. Давай послушаем. О, нормально мы их так в ловушку посадили. Ха-ха-ха, поймали их, предлагали, значит, жителями обычными. Они нам сейчас поверят. Слушай, а ты Херабрину нашему боссу сказал? А, ну наш босс Херабрин, ну конечно же он и так, наверное, знает по-любому все. Слушай, ну сейчас нам надо как-то заманить, так, знаешь, чтобы их обратно так вау, Херабрина посадили, и будут они сидеть там дальше. Ха-ха-ха-ха-ха. Стой, чувак, слушай. Что? Так, знаешь, давай лучше валить отсюда, а? А, нас заметили. Пошли скорее. Пошли. Нас заметили эти жители. Странные жители. Совсем. Это как капец. Так, ладно, давай заберем все, что тут было у нас. Давай. Так, все эти вещи, не знаю, пригодятся нам или не пригодятся, какое-то седло. Ну, лучше забрать и лучше валить отсюда нафиг, пока нас не поймали в ловушку. Так, ведьма тоже с нами тут уходит. Да. Где она? А вот она бежит, подожди. Вот. Ведьма, вот. Не теряйся. А, я здесь, не переживайте, я вас догоню. Так, пошли скорее. Так, они за нами не гонятся. Офигеть, блин. Нет, я смотрю, нету. Прикинь, а я думаю, что за деревня еще такая странная? А это вот она еще за деревня такая. Ну да, как-то сразу, да. Мне не сразу показались вот другими, жители, такими, да. Вообще, капец, блин, конечно. Ох. Слушай, мне что-то камера садится на телефоне. Может это пока на паузу поставим, а то... Давай, уже включим, там уже там придем. Фух, чувак, ты не знаешь, сколько мы уже тут бежим, это просто капец какой-то, как долго. Конечно, тут по горам, по лесам просто жизнь какая-то. Да, какая-то табличка, какой-то мостик странный. Да, но мостик, вон там смотри, на другой стороне тоже такая же штука стоит. Да, может он не совсем надежный, но я думаю, мы в принципе сможем по ним. Тут ведь вообще давно никого не было, хоть и тропинка есть небольшая, но такое себе. Ну да, она по всему лесу практически тропинка такая. Ну ты осторожнее, он проходи. Он скрипит, блин, тут пиздец, это такое себе. Странные мостики. Так, стой. Я чуть не упал. Жесть. Ты это, короче... Ой, ведьма, ты куда, посмотри, куда ведьма залезла. А мы сможем перепрыгнуть или... Смотри, она немного странная.
А, ладно. Я не думаю, что мы с ним можем перепрыгнуть по шлюче, обойдем, а то я как бы не хочу разбиться. Ну, такое себе, да. Вот теперь, теперь понятно, что, почему тут стоят. Ну да, типа, чтоб не ходили. Так, а где тут обойти можно? Так. Ой, так, тут тоже аккуратненько надо, тут какие-то тоже обрывы везде. Да уж. Так, оп-оп-оп. Так, оп, все, спускаемся. Можно спуститься, да, все, пошли сюда. Да-да-да, надо так. Это... коровки гуляют, пасутся, дикие коровы. Как думаешь, далеко ли нам вообще до деревни жителей номер 13? Твои предположения? Не знаю, тут так. Далеко, я думаю. Опа, это кто? О, почти. Ха-ха-ха, ну что, попались? Ха-ха-ха-ха-ха-ха. А ну, стой, дурак, дурацкий. Так, вообще, давай, завалим его. Это только кирка. Так, у тебя есть кирка, у меня есть железный меч, я в сундуке нашел. Он на меня тыкался. Там, в деревню твой. Так, подожди. Так. Фух. А что это такое? Ладно. Это аномалии. Это нам на память оставим. Да-да-да. Так, ладно, побежали дальше. Куда там бежать, я не понимаю. Ты, прикинь, гриб на дереве растет. А, гриб. Интересно, кстати, может, ими можно питаться? Или не советуешь? Ну, я бы не стал бы. Особенно на деревьях, это что-то аномальное. Просто тем более у нас есть нечего. Так, блин, куда нам идти дальше? У меня рыба есть. Это правда сырая. О, сырая рыба, это весело, это значит у нас будет ночка сегодня. У меня есть немножко жареной говядины или что-то типа того. О, а у тебя есть угли, либо вот доски можем нарубить, чтобы пожарить? Я не правда, знаю, давай чем? Идти вечером. Костёр надо будет с этим делать. Будем разбираться. А пока... Если, конечно, стемнеет, и мы не успеем дойти до деревни. Ну да. Ладно, пошли. А надеюсь, как... так мы с этого не дойдем до такого. Так, ладно, я пока поставлю на паузу, потому что как бы это, ну, камера разряжается, нужно заснять. Ну да-да-да, экономи лучше, экономи. Так, ребят, фу, камера фу. Вроде пишет. Фух, мы сколько уже бежим. Ночь, короче, мы тут, короче, потерялись в этом лесу. Слава богу, что мы не видели еще этих жителей проклятых. Фу, слава богу, никого не видели. Мы изредка оставляем факела, чтобы хоть чуть-чуть было светло. Вообще, посмотрите, как здесь темно, блин. И бежим ну, да, вообще да. Дальше, потому что надо найти хоть какую-то деревню, хоть где-то здесь какой-то привал, потому что мы уже устали. Мы вообще, ребят, это капец, короче, какой-то. Вы бы просто представляли, целый день бежать. Мы очень сильно устали. Так, стой. А ты что там светится в темноте? Ты видишь? Там что-то да, есть. Да, я тоже. Пошли скорее посмотрим, может там можно будет остановиться. Скорее. Какая-то вышка. Да походу охотничья какая-то вышка или не знаю что это. Так. Значит недалеко деревня или наоборот. Или... Не, недалеко оно стоит. Недалеко вроде как. Я не знаю, давай поднимемся, посмотрим. Может быть там кто-нибудь есть. Эй, люди, тут кто-нибудь есть? Тут кто-нибудь... Тут никого нету. Кого нет? Одни. Странно. Да то можем посмотреть. Посмотри, там вдалеке свет какой-то есть. Кстати, да, там вдалеке тоже какой-то свет светится. Может там что-то тоже есть? Туда пойти утром посмотреть, что там происходит. Но я пока да, туда идти, кстати, не хочу. Еще здесь есть радио, телевизор, какая-то штука. Этот граммофон вроде как, на нем пластинки слушают. Жалко, здесь никакого нет телефона или чего-то типа того, чтобы вызвать сигнал. Ну, да, вот ящик есть, а в ящике ничего. У нас кто-то был, слышал, жалко. Странно, что даже мяса нету. Чувак, что в этом ящике, кстати, есть морковка, мы можем ей перекусить. О! И немножечко мяса. Так что бери себе тоже там. Ой, жареный лосось. Наконец-то, я могу поесть немножко. Я себе еще возьму топор, а то можешь взять себе, кстати, меч. Это говоришь, тебе... Да-да-да, у меня только кирка. Этого нету. Ничего. Так, все, взяли, перекусим. Перекусить сейчас можно будет. Да давай раз. Вот, давай присядем. Вот. И где-нибудь здесь переночевать, так. Опа, что-то так, ну, морковку поедим. Так. А дай мне одну морковочку, пожалуйста. А, да, кстати, да. Ты не брал, да? Вот, да, не брал, не 8, брал. 8 штучек, тут как раз их 16. Ты взял? Да, не взял, ты обратно забрал. Они улетели куда-то. Да, хм. А ты опять не... забрал. Да что ты их не можешь взять? Вот. Вот. Вообще, вот 10 штук, отлично. Ну да, даже 10, так вот. Я просто уже 2 штуки съел, типа. Вот. Ой, сорян, я случайно. Меня едой тут швыряешь. Факел еще снес, вообще тут разошелся. Вообще, куда беспредел тут пришли. Это о, наконец-то. Пару яблочек. О, еще яблочки. Да ты опять я забрал их. Ночью сюда никто не придет. Да что ты не можешь. Да забрать. Я все забрал, мне хватит. Одна яблочка у меня есть. Нормально. Ну ладно.
Что я им, наверное, в сундук положил сюда седло, потому что оно мне нафиг не надо. Так. Это... Слушай, предлагаю тут где-то расположить, ой, где-нибудь поспать. Надеюсь, что ночью нас никто тут не найдет, никто не заметит. Да тут никто не заберется, мне кажется. А если что, мы услышим. Ну да, так что предлагаю где-то здесь прилечь. Давай, и отдохнуть. Ой. О, доброе утро. Ой, как тебе вообще спалось? Да. Такое себе, конечно, на полу спать без одеяла. Да, и... такой твердый, такой... кстати, ночь да. Какая-то холодная была, вообще-то. Ну мы в лесу как-никак, без, по сути, более-менее, тут просто нет никаких ни стен, ничего. Конечно, холодно. Тебе не кажется странно, что здесь никого нету, а свет как бы кто-то оставил включенный? Горит. Тоже странно, но может охотник забыл выключить, может сейчас у них не сезон. Эй, ты осторожно. Ведьма, походу, надежно ночевала. Ведьма, тебе нормально? Ведьма. О, нормально. Не пусти бедную ведьму. Ой, ладно, надо идти дальше. Надеюсь, что за этим вот биомом, за этим горном, скоро здесь уже будет... Посмотри, посмотри, там какие-то непонятные здания, разрушенные, красные. Там еще какие-то кирпичи вдалеке. Надо, может, туда сходить, может, не знаю. Я не знаю, я и так предлагаю в эту сторону пойти, но какая-то странная штука. Мне, да, если честно, не особо нравится. Ну, надо проверить, хотя... Ну, мы, в принципе, у нас оружие есть, а что, защитимся. О, кстати, есть еще один мостик. Мостик над речкой, но зато, да, слава богу, он целый, поэтому... Да-да-да, но все равно осторожно. Давай по одному пойдем. Да ну, я не знаю, пошли бы вместе, как раз вот подать, если фон недалеко. Ну, в принципе, да, если что, помоемся. Да. А, давайте, жители, еще немного. И мы придем в этот дурацкий лес. Я надеюсь, что там наконец-то сидит Риколит, и мы с ним увидимся. О, смотрите, ребята, это жители. О, Фоксик, Риколит, ведьма, вы все живые. Наконец-то мы вас увидели, ура, ура. А, ура. Ой, сколько вам нужно еще истории рассказать, жители. О, вот это да. Как же я рад вас всех видеть. Так, стойте, ребят. Смотрите, там Херобрин.